Привет, я Мартин. Я ваш консультант, пока вас лечат от рака легких. Привет, я Марк. Я буду вашим хирургом. Я доктор Джонс. Вы пройдете у меня курс радиотерапии. Привет, я Кристи. Я ваш химиотерапевт. Привет, я Сью. Я сделаю вам парик, когда у вас выпадут волосы. Привет, я Барбара, ваша сиделка. Я Дэвид, я священник. Мы будем с вами общаться о том, как встретить смерть. Хорошие люди, но вы ведь не хотите с ними встречаться. Продолжайте курить, и вполне возможно, что встретитесь.